ДЛС включен. Инструктаж. Подлетаем к храму. Досье на объект. Кадыр Сулейман. Местный политик, нанятый для поддержания порядка после начала эпидемии. Его брат Хасан погиб, как только началась эпидемия, прежде чем его успели эвакуировать. Сулейман винит ВГМ в смерти брата. Он украл крайне важный файл, который стал козырной картой в переговорах с ВГМ. Если с ним что-нибудь случится, файл опубликуют. Досье на объект. Украденный файл содержит описание незавершенного производства вакцины от вируса. На данном этапе производства вакцина может быть крайне токсична. Также в файле содержится полное описание структуры вируса. Любая попытка его синтезировать приведет к жертвам и серьезным последствиям. Файл нужно вернуть. Дальнейшая информация. Текущий статус. Сулейман отправил файл неизвестному нам союзнику. По его приказу файл будет опубликован в любой момент. Чтобы этого не случилось, мы заглушили всю связь в городе. У тебя рация от ВГМ. На нее помехи не действуют. Твой спас-жилет. Береги его. После всего этого Сулейман ушел в подполье и сменил имя. По нашим данным, он руководит одним из двух главенствующих кланов в городе. Ты должен найти Сулеймана и вернуть украденный файл, чтобы спасти человечество от невообразимой катастрофы. Говорил же, это не просто воздушный груз. Перебить ему ноги. Затем к Раису. Назад! Все назад! Остынь. Шум привлечет их. Уходим! Живо! Надо уходить! Нужно увести его! Джейд, готовьте лазарет. Тут парень с сильной травмой головы и укусом на руке. О, черт, Амир ранен? Нет, Амир погиб. Но я приведу кое-кого, у него есть шанс выжить. Он из наших? Увидим. Щипай. Струсила? Нет. Тогда щипай. Он моргнул. Что? Он опять моргнул. А вдруг он зомби? Зомби! Беги!
три дня, а теперь детишек пугаешь. Неплохое начало, 31-й. Где я? В раю, где ж еще? Ладно, шутки в сторону. Иди в комнату 190. Босс все объяснит. Что значит 31-й? Спроси босса. Тридцать первый. Это твой номер. 31 заражен. Слишком опасно. Это из-за него погиб Амир? Тише. Нифига не тише. Теперь антизин Амира достанется ему. Нас всех перебьют. Одного за другим. А ты кто? Крейн. 31-й. А, ну да. Как голова? Голова? Ясно. Слушай, пока босс не дал добро, ты не в списке. Поговори с ним и сдвинь дело с мертвой точки. А теперь извини. Эй, мне нужен... Это ты, босс? Что, слишком юн? Какие-то проблемы? Нет, я... Ты хотел меня видеть? Уже лучше. Ты что-нибудь помнишь? Знаешь, где ты? Думаю, я в неком убежище. Ты сейчас в башне. Брэкин и его люди соорудили ее пару месяцев назад, и с тех пор мы здесь. Подбираем грузы, ищем полезные, спасаем людей. Да, я хотел поблагодарить ту девушку. Ага. Потому что если б не она, ты бы уже обгладывал чьи-то кости. Кстати, твоим ампулам с антизином хана. Джейд смогла спасти лишь рацию. Отлично. Можно мне ее назад? Вообще-то, мне она нужнее. Поверь мне, это не тот случай. Ладно, забирай. Знаешь, ради чего паркурщики рискуют жизнью? Ради таких, как ты. Ты хапаешь антизин, который добывали не для тебя, а сам снарягой не делишься? У меня нет времени с тобой сисюкаться. Мы потеряли связь с одним нашим. Передатчики у нас не к черту. Так что окажи мне услугу. Ты и твоя рация меня бесите. Так что иди-ка и займись чем-нибудь полезным. Нам тут в башне лентяи нахрен не нужны. Эй, неправда. Я не лентяй, просто... Эй, босс! Забей. Парень, о котором я говорил, он на 13 этаже. Или, может быть, его уже завалило в шахте. Сходи и проверь. Я не босс. Слишком юн, помнишь? Я Рахим. Брэкин тут главный. Я не ленивый. Охренеть. Тебе загадка. Что сказал зомби своей девушке? Господи, мужик, завязывай с тупыми шутками. И куда ты собрался? На 13 этаж. Делаю кое-что для Рахима. 13-й? Черт. Будет непросто. Хотя кому сейчас легко, верно? Господи, сколько штук полегло.
это Крейн. Мы уже 70 часов ждем твоего доклада. Что случилось? Ненадолго потерял рацию. С прикрытием все в порядке. Но я пока не связался с лидером башни. Еще не доверяют мне. Пытаюсь вписаться. Понятно. Не забывай, времени у нас не так уж и много, Крейн. Да, и еще. Меня укусили. Симптомов нет, но люди вокруг говорят, что я заражен. Так найди антизин и поскорее. Или ты уже его вколол? На помощь! Кто-нибудь! Какого... Тише, тише. Я вызову помощь. Рахим, это Крейн. Я внизу на 13-м. Слушай, твоему человеку сильно досталось, когда на него зомби напал. О, черт. 31-й? Ты пошел за Марком? Как там внизу? Безопасно? Сейчас вполне. Ладно, будь там. Посылаю за тобой Лену. Не дергайся. Лена скоро придет. Марлю, скорее найди Марлю! О, и спирт! Смочи Марлю спиртом! Это остановит кровь! О, поторопись! Успокойся, окей? Я к тебе вернусь. Так, это все, что просил Марк. Надеюсь, поможет.
ранен? Сильное кровотечение. Дай посмотрю. Марля и Спир. Просто, но эффективно. Хорошо, спасибо. Теперь я о нем позабочусь. Молодец, 31-й. Эй, 31-й! Неплохо для новичка. Похоже, я ошибался. Да ладно, я просто хочу вас отблагодарить за то, что вы сделали. Что ж, отлично. Тогда иди ко мне. Обсудим, что ты будешь здесь делать. Мужик спасен, я даже не вспотел. Что-нибудь еще? Так, дай подумать. Рахим, ты в курсе, что твои идеи безрассудны и опасны? Амар рассказал, что ты задумал. Взрывчатка? Серьезно? Что? Взрывчатка? Да, я этого не говорил. Не прикидывайся, по лицу все видно. Я знаю, что делаю. Да? Бессмертный, значит? Ты мне не мама. Да, не она. Мама умерла. Так что будь паинькой со мной, окей? Я твоя единственная родня. Особенно после смерти Амира. Ты Джейд, да? Да. Я просто хотел поблагодарить, ты спасла мне жизнь. И мне жаль, что Амир. Я вам обоим обязан. Да, обязан. Хочешь отплатить? Береги моего брата от тупых задумок. Никакой взрывчатки! Так, ну что, ты доволен? Теперь я могу увидеть Брэкена? Сперва переоденься. Чистые вещи у тебя в комнате. 194-й. А что не так с моим прикидом? Он не подойдет для той работы, что предлагает Брэкен. Давай, топай. Так, Рахим, я готов. Где найти Брэкена? Не так быстро, 31-й. Никто за тебя тут работать не будет. Надо посмотреть, на что ты годишься. Так что приходи в зал. Он на крыше. Просто поднимайся.
Рахим, ты где? Рядом. Ну, чего ты ждешь? Иди сюда. Тебе здесь точно понравится. Крейн на кране. Добро пожаловать в зал. Сначала тебе надо научиться бегать. В смысле научиться бегать? Просто делай, что говорю. А теперь прыгай в самый низ. Ты спятил? Я же убьюсь. Зассал. Ты чё, блин, прикалываешься? Смотри. Рахим! О, боже! Лежи! Я за помощью! Как я тебя наколол! Ну ты говнюк! Что? Шуток не понимаешь? Давай, прыгай уже сюда! Черт бы их всех побрал! Твою же мать! Ёб твою мать! Что, захватывает дух? Смотри, не перегори! Еще не все. Чтобы выжить, учись использовать преимущества местности. Едоки обычно лазят неважно, так что пересеченная местность — твоя тема. Я подготовил пару типичных ситуаций. Посмотрим, как ты справишься. Иногда лучше проползти по низким и узким проходам. Едокам будет трудно угнаться за тобой. Раз уж начал бежать, не сбавляй темп. Если остановишься, то можешь погибнуть. Неплохо для нуба. Захват кошки и выход силой. Если не освоишь, не протянешь и 10 минут. Реальные испытания. Беги обратно к крану. Старайся использовать местность в свое преимущество. Ладно, давай.
тебя паркур в крови. Или так, или ты раньше занимался. Бегал? Признавайся. Да нет. Разве что кросс в школе. Ха, у тебя определенно талант. Ничего подобного не встречал. Что со мной происходит? Крейн? Черт, черт, твою мать! Крейн, не молчи! Что случилось? Что-то не так. Рахим, что со мной? Вот черт, это первый приступ. Возвращайся назад. Рахим, что это все значит? Я что, обращаюсь? Надеюсь, что нет. По крайней мере, не сейчас. Приступы означают, что ты заразился. Сходи к доктору Зера. Он тебя осмотрит, может, антизин вколет. Только перед уходом поговори с кладовщиком. Наберешь снаряги, а то без нее тебе сразу башку откусят. Отлично. Мне дали реальную работу. Теперь никто не заподозрит, что я не тот, за кого себя выдаю. Пока все идет нормально. А когда доктор Зера избавит меня от приступов, станет еще лучше. Ты новый разведчик. Рахим сообщил о тебе по радио. Да, это я, Крейн. Мне все равно, как тебя зовут. Сперва поживи пару деньков. И вот это тебе. Кстати, ходят слухи, что ты очередной халявщик. Пришел за едой, антизином. Иначе говоря, тебя тут не слишком-то жалуют. Но не вини их. Когда ты в изоляции, легко стать параноиком. Вдобавок еще и связь блокирует с внешним миром. Атмосфера только усугубляется. Целый город, а на помощь звать некого. Надейся на себя. Но вот принесешь мне или Спайку парочку грузов, и сразу увидишь, как изменится мнение о тебе. Переломный момент, мать его. Спасибо, я это учту. Что-нибудь еще? Я спешу. Также, если хочешь стать популярнее, попробуй помогать людям. Окажешь им пару услуг, и к тебе потянутся. Может, бабу найдешь, чтобы не скучать по ночам. Когда темно. Берегись ночи. Куда ты собрался? Ладно, салага, береги себя. У нас и так слишком мало осталось. Итак, нуб. Доктор Зера сидит в трейлере на детской площадке.
Выйдешь из башни, поверни налево, иди строго на юг. Не пропустишь. Я Крейн, парень. Ладно, ладно, Крейн. Иди давай. Нефиг глазеть по сторонам. И постарайся сильно не шуметь. Звуки привлекают мутантов.
Надеюсь, эти гнилые уроды не сообразят, как забраться на крышу фургона. Доктор? Эй, есть там кто? Камден, ты слышишь? Черт. Мне нужен укол вакцины. Что? Нет, нет, супрессанта. Зовем его антизин. Подавляет симптомы. Давай, присядь. Антизин отдаляет неизбежное. Это все, что удалось в ОДМ. Неизбежное? Лекарства что, нет? Это что-то вроде бешенства. Сейчас лекарств нет. Но видишь ли, я провожу опыты как с антизином, так и с зараженными тканями. Лекарство возможно. Определенно возможно. И вы реально можете его получить? Если доктор Камден поможет, вполне. Куда же я подевал инжектор? А кто этот Камден? Мой коллега в секторе 0. После первой вспышки он застрял там. Мы общаемся с ним по радио. Но прогресс шел бы быстрее, будь у нас связь получше. Ну и если б мои ранние опыты принесли результат. Видишь ли, я вводил рекомбинантные формы вируса в куски мяса и разбрасывал их по трущобам города. Я рассчитывал, что мутанты набросятся и съедят это мясо, а я бы фиксировал результаты. Но ничего? Не было результата. Жаль, что я угробил на это столько времени. Так что держать антизин про запас сейчас смысла нет. Ладно, я занят, так что ступай. Что же я делал? Делай все быстро. Рахим, Зера осмотрел меня и сделал укол. Это хорошо. Поможет на какое-то время. И это неплохо. Я, знаешь ли, привык посылать тебя то туда, то сюда. Что ж, посмотрим, чего ты стоишь. Иди поговори со Спайком. Он недалеко от трейлера Зера. У него есть для тебя работа. Ты Спайк? Я Крейн. Сколько можно? Еще один чайник. Ладно, слушай и запоминай. Есть два типа грузов. В одних еда, предметы первой помощи и снаряжение. В других же антизин. ВГМ подает односторонний сигнал, который указывает, когда прибудет груз. Но есть проблема. Грузы с антизином забирают боевики Раиса. А без антизина нам всем хана. Раис и его банда работают только днем. Ведь если выйти за грузом ночью, считай, что ты труп. Однако следующие два груза с антизином сбросят сегодня на закате, и Брекен хочет их забрать. Возможно, это наш единственный шанс. И какова моя роль? Как я и говорил, ночная вылазка сродни самоубийству. Но шанс выжить есть, ведь я полтора месяца обустраивал безопасные зоны и ловушки. Так что иди и активируй все ловушки, чтобы Брекен и его ребята смогли пережить ночь. Все просто. Хорошо. Что это за ловушки и как их активировать? Увидишь. Я буду тебя направлять. Помни одно. Без этих ловушек Брекен до утра не доживет. А если он не принесет антизин, нам крышка. Пока не ушел, возьми несколько взрыв-пакетов. Сам сделал. Они помогут отвлечь внимание.
Так, сначала машина. Открой капот и подсоедини батарею, чтобы активировать ловушку. Это Джейд. Есть кто сейчас снаружи? Срочно нужна помощь. Я снаружи, по заданию Спайка. Ты ведь Крейн, да? Слушай, один из наших пытался подготовить безопасное место для миссии Брекена. Он на площадке возле Вефы и Мирмара. Его окружили зомби. Нужно ему помочь. Ладно, схожу. Thank you.
Джейд, я на месте. Тут повсюду зомби. Осторожнее, Крейн. Готово. Черт. Выбора не было. Он уже не человек. Теперь поспеши. Нам все еще нужно включить свет. Только так можно обезопасить эту зону ночью. Вот черт. Как успехи? Включил свет? Почти. Минуту. Это Крейн. Говори. Я встретился с местным доктором. Его зовут Зера. Ему выделили трейлер с лабораторией, и он там работает над вакциной от вируса. Прием. Как слышно? Слышу тебя хорошо. Добавляю второстепенную цель. Легенда прежняя. И обеспечь безопасность изысканий того ученого. Подтверди. Похищенный файл все еще в приоритете? Подтверждаю. Маловероятно, что ученый-одиночка, да еще и в трейлере, добьется значимых результатов. Но если сможет, они нам нужны. Джейд, готово. Хорошо. Нам нужно еще несколько таких точек. Мы наметили пару мест для новых безопасных зон. Спайк потом отметит их тебе на карте. И Крейн, спасибо. Спайк, он твой. А теперь к делу. Тебе надо активировать еще одну ловушку. Где-то поблизости должна быть машина. Ясно.